течение 3 недель в «Дельфине» шел ремонт. Последний раз спорткомплекс обновлялся 7 лет назад. В этом году удалось привести в порядок большой спортивный зал. Это покраска стен, покраска потолка и, естественно, напольное покрытие, которое у нас есть, привели в божеский вид. Получилось очень прилично. Площадь зала более 700 квадратных метров. Плюс к этому обновлены стены и потолок. Ремонтные работы также провели в бассейне. Перебрали и прочистили водоподготовительную аппаратуру. Промыли фильтры, отремонтировали и водонасосную систему. Очень хорошо все сделано. Вода сейчас у нас чистая. Люди довольны. Прочищены все у нас определенные фильтра. Все заменено. Положена плитка новая. Денежные вложения составили почти 250 тысяч рублей. Это был лишь косметический ремонт. В планах необходимо полностью поменять напольное покрытие в большом спортивном зале и привести в порядок фасад. Марина Антуганова, Юлия Пак. Наше время.